Три промокода на 300 примогемов, а также море офигительных новостей ждут всех игроков по Genshin Impact уже завтра. Ба-дам-ба-дам-ба-дам. Опа! Большой всем тюлень привет! С вами на связи Аркадий и Talk & Wait. Разработчики продолжают радовать нас прекрасными новостями. Ведь уже завтра в 15.00 по московскому времени они стартуют новый стрим, посвященный обновлению 3.3. Напоминаю то, что во время действий данной трансляции будет выдаваться по 3 промокода, за обмен которых ты получишь 300 примогемов. Эти промокоды очень быстро портятся, поэтому, чтобы не пропустить их, обязательно приходи на прямую трансляцию, которая будет проходить завтра. Сам стрим мой, именно на этом же самом канале, начнется в 13.00 по московскому времени, и будем сидеть ждать до 15, комментировать, переводить, развлекаться как только можно, поэтому обязательно приходи, а чтобы не забыть, обязательно подписывайся. Что еще нам анонсируют на стримы? А если посмотреть на вот этот вот скриншотик, здесь обычно изображаются персонажи из будущих баннеров. И здесь мы видим, само собой, Скарамучу. Он будет присутствовать и на англоязычной версии, и на китайской. А также видим Ита и Хейдза. Хейдза у нас был в текущем баннере, поэтому я не думаю, что он будет засунут в грядущий. А вот Ита, скорее всего, будет ожидать нас в баннерах Ариран. Очень редко туда засовывают персонажей, которые не будут вообще никак взаимодействовать с событиями, с баннерами и с тем подобным. Поэтому те, кто ждали прекраснейшего Гео-мальчика, возликуйте, он, конечно же, будет к вам возвращаться. Ну и, конечно же, нам анонсируют что-то новенькое по ККИ, я очень-очень жду, а также, само собой, все ивенты, все события и тому подобное. И, само собой, завтра у нас начнутся скидки в магазине Тюлень Стор, поэтому обязательно тоже туда заходи, чтобы закупить с примагемчиками на Скарамучу. Либо же, если ты вдруг хочешь еще на Я и Мика, на торте, очень вкусные скидочки, гарантии получения, все то и все есть. Поэтому не переживай, все хорошо работает, все отлажено. Ну что ж, поэтому давай завтра в час дня, и я жду именно тебя на прямой трансляции. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр, и до встречи в следующем видео. Пока-пока.